Дорогие друзья, если вы думаете, что ваша скорость зависит там от количества тренировок, от прокачки, там, от того, сколько вы занимаетесь на барабанах там, в день, неделю, это все полная херня. Почему? Потому что главное – это сделать три вещи. Тогда вы будете играть очень быстро и всегда. Значит, первая вещь – это обязательно нужно повесить вонючие кэды другого барабанщика, который репетирует вот там, на соседнем сете, перед собой. И они вам будут придавать силы и взбадривать постоянно вас, как бы, да? И вы будете играть очень быстро и будете просто уноситься в космические дали. Вот. Вторая вещь – это повесить вот такой вот зонтик. И третья вещь – это обклеить тарелки и все барабаны вот такой чудесной белорусской тканью, которую нам предоставила фирма по эндорсерству, по договору. Вот. Мы сразу пришли и сказали: ребята, вы как хотите, нам не надо там как бы ничего, нам надо просто, чтобы дико бласты были, вообще быстрые. Они сказали: ребята, это для вас, у нас есть специальная ткань. Эту ткань благословил сам Лукашенко на быстрые бласты, короче. И все, вот мы ткань обклеили, кеды повесили, зонтик, и все ништяк. И просто, как бы, больше ничего не надо.